Друзі, ми продовжуємо і вже щасливі і раді представити гостя, який був ще Завітав до нас. 1 квітня також був в нашій студії, веселив на телеканалі. Ви його не один раз бачили. Юрій Любаров сьогодні з нами в гостях. Будемо говорити про конкурс, який саме зараз більш детально. Отож, вітаємо вас, дякуємо за те, що завітали зранку. Доброго утра. Про конкурс. Пару слов за Ніколаєв. Про конкурс хотілося б дізнатися більш детально, коли оголосили прийом заявок, до якого числа. Коли остання дата прийому. І, скажімо так, основні вимоги, які ж ставляться перед учасниками-конкурсантами. Конкурс ми назвали «Пару слов за Ніколаєв». Угу. В тому смислі, що «против» вже много сказано, а тепер прийшло время говорити «за». Ну, це такий... будем говорить такой южный сленг, да, то есть пару слов о Николаеве на самом деле. Конкурс очень простой, условий, ограничений практически нет. То есть можно писать в прозе, можно писать в стихах. Единственная просьба писать не больше 2000 знаков, чтобы жюри смогло прочитать эти работы, потому что работы уже пошли. Мы вот только в понедельник огласили начало конкурса, а уже работы есть. То есть народ, во-первых, уже присылает готовые работы, потому что люди, в общем-то, пишут про Николаев так или иначе, для себя, в стол или в какие-то издания, или даже просто так. Поэтому что-то есть. Номинации две у нас, проза и поэзия. В каждой номинации есть русский язык и украинский язык. То есть, по сути, у нас четыре номинации. Проза в русском языке, проза в украинском, стих на русском языке, стих на украинском. А до какой даты может люди прийти? До 18 июня. До 17 июня. Это связано с тем, что мы потом возьмем буквально неделю на работу жюри. Жюри отсмотрит все работы, прочитает. Мы все работы без исключения выложим в нашей группе ВКонтакте, на сайте виртуального музея они обязательно останутся. Лучшие работы там как-то будут отдельно выделены. Неделю поработает жюри, и после этого мы проведем торжественное награждение дипломами, ценными призами. А победители в каждой номинации 4 человека. Ну, а если это будут дети, потому что у нас нет возрастных ограничений, это могут быть детские работы любого возраста, то, конечно, со взрослым мы сделаем такое, знаете ли, интересное путешествие для победителей, экскурсию вокруг Николаева на яхте. То есть мы посмотрим на наш город с реки. То есть мы пройдем вот полностью, вот обрисуем наш полуостров. Во-первых, мы сами его увидим. Не каждый из нас может увидеть это с неожиданной стороны. Вот. И кроме этого, мы будем снимать еще на этой яхте, будем продолжать съемки документального фильма о Николаеве. Вот, ну, как бы вот. И продолжим говорить «за», потому что красиво. И продолжим это говорить будет, «за», думаю, да. Потребуем одеяки натхнения. Да. Там, понимаете, еще у нас была еще одна номинация, сразу вам скажу. Она была английская. То есть мы решили сначала, была идея сделать на трех языках. На русском, украинском и английском, ну, для того, чтобы, поскольку нет ограничений для жителей, где бы ты ни жил. И получалось так, что очень красиво, что вот пару слов, парус, лов, лав. Вот, я за это хотел спросить, да, думаю, это специально или нет, потому что смотрю парусники на рекламе, и еще если так сделать, вот звуковой поток этот разбить так, где хочется, то да, парус да. лав. Парус хочет. Лав, парус любви. Я думаю, что это мы в отдельный какой-то проект выделим. Почему именно вот парус на рекламе? Потому что, во-первых, первый приз это яхта, во-вторых, не претендую ни на какое брендирование Николаева, ничего, то есть как бы, ну, все равно мы стоим на реке. Символ, все равно как-то где-то он ассоциация есть. Хотелось бы дізнатися про оголошення результатів, коли на них можна очікувати. По-моему, 28 числа, вот если я не ошибаюсь, у нас там четко написано в нашем приложении. Да, 28 июня будет награждение победителей. Это, скорее всего, будет в яхт-клубе. В этот момент будут подведение результатов, подведение итогов одной из регат. И, соответственно, как бы мы вместе приурочим, вместе с яхтсменами, вместе с концертной программой, вместе наградим победителей дипломами, а уже сама дата путешествия будет, когда всем будет удобно. А что планируется у концертной программы? Пока не знаю. Это... Пока еще собираются конкурсные работы. Еще такой вопрос. В основном конкурсы, когда литературные проводятся, то есть такое ограничение, что литературные произведения не должны были использоваться в других конкурсах, либо где-то опубликованы. Как у вас здесь? Можно, если этот стих, например, уже где-то опубликовали, либо был написан? Никаких. У нас нет никаких ограничений. К сожалению,
за Николаев пишут не так много, как, например, там, за Одессу, или за Киев, или за Львов. Поэтому даже старые готовые произведения мы с удовольствием примем. Единственное же ограничение – только объем. Ну и не более двух. В каждой номинации от одного автора. А у якій формі ви приймаєте вірші? В електронний. В електронний, так. А якщо хтось не має доступу до електронних ресурсів, чи можуть вони вам якось надіслати іншим засобом? Ну, в принципе, технически можно. Там на... Но если человек уже прочитал нас, потому что мы, в общем-то, пиаримся исключительно в группах Facebook, ВКонтакте, в Одноклассниках. Зараз, можливо, хтось із телеглядачів, так. Просто, я думаю, ми цю проблему можемо вирішити так, що надсилайте на адресу та в радіокомпанії, ми передамо. Це без проблем. Прийдемо і заберемо весь пакет, да, якщо, мішок писем. Якщо таке буде, то ми просто побачили, оголосили нещодавно конкурс малюнків, то побачивши таку величезну стосу, яка приходила, то... Много, да? Да, то працює ця справа. Очень можливо, якщо у когось із того глядачів є таке бажання, прозовий або віршованій формі, про... Пару слов за Николаїв. Так, за Миколаїв саме написати, то надсилайте, будь ласка, без проблем. Хотілося б ще також, як наші редактори, вивели на екрани першу конкурсну роботу, яку ви вже опублікували в своїх соціальних мережах, а саме в Facebook. Это не вся конкурсная работа. Это вот как бы уже пошли первые, первые письма, и вот мы будем периодически вынимать оттуда какие-то небольшие отрывки для того, чтобы уже работать за Николаев. Вот, мы не публикуем пока авторов, мы не публикуем ничего, чтобы не оказывать воздействие на членов жюри, которые читают тоже эту группу. А, до речи, члены жюри, а кто будет? Чи давайте зачитаем просто эти рядки, так? Заснут над лиманом сады в густом аромате сирени и лягут на тихие воды печальные длинные тени. Ну вот, мне кажется, что это вот Николаев, это вот не потому, что там лиман, сирени и воды. И, ну вот, в общем-то, такая, знаете, Николаев, он... особенный город, ну, любой город особенный, да, а Николаев, он особенный тем, что, ну, там, недолюбленный, там, какой угодно, он тихий. И вот в этом, в этом его прелесть, он строился как действительно далекая, глубокая. А мы пам'ятаємо в тихому болоті. Ну, про творческих чертей мы говорить не будем, да, они должны быть всегда. Так же. Ще хотів запитати про гостей, членів жюри. Хто ж саме члени жюри? Жюри мы сейчас собираем. То есть мы как бы уже несколько членов жюри есть, несколько членов жюри еще, как это, обдумывают наше предложение. Это профессийный литератор? Это будет литератор, это будут журналисты, там не будет политиков, там не будет бизнесменов, там не будет спонсоров. Еще одна заза Миколаев. Там не будет спонсоров, там будут просто люди, которые... ведь это же не будет конкурс литературный, это будет конкурс городской. Как вот человек увидел город. И, конечно, безусловно, отбирать будет очень трудно. Я, честно говоря, вот до сих пор не уверен, стоит ли мне входить в жюри, потому что... А чи є певні критерії, по яким будете відбирати, можливо, щоб було легше? Вот за Николаев. Вот, да, один главный критерий. Да, да, это главное. А я пропоную за ось так наші редактори виводять. Это электронно, да, это электронная почта, но можно проще, если там тяжело будет запомнить или переписать все эти английские буквы, чтобы не ошибиться. Можно зайти на сайт виртуального музея, музей.мк.ua. І там вже створена страничка, на которой є і правила, і... Ну, ми думаємо, що це не дуже важко, пару слов. Да. Так, пару слів. Ну, я чесно, вчора сидів і думав, боже, ну це ж просто явно, це і пару слів, воно так видно. Собака.gmail.com. А ми виведемо ще наприкінці розмови із нашим гостем, ще раз цю адресу, так що, якщо ви не встигли, беріть ручку та папірець і допишете згодом. Ми продовжуємо розмову і нагадую для тих, хто ще не долучився до нас, до нашого ефіру. У нас в гостях Юрій Любаров, організатор конкурсу «Пару слов за Николаїв». Ми продовжуємо розмову про цей конкурс і хотілося б запитати взагалі зараз, можете вже хоча б привідкрити завісу, скільки конкурсних робіт уже є? Нет, ну буквально третій день ще, поэтому это ще уровень нескольких десятків, да, но я думаю, що... Ну, декілька десятків це теж солідно. Да, да, да. Ну, а що переважає, проза чи вірші? Вірші. І запитання таке провокативне. Українською чи російською більше беруть участь, пишуть? Я зараз не скажу, і це не буде показателем основним, ну, как бы основним показателем. Ну, просто тенденцію хотілося б якось теж прослідкувати цю.
Яких письменників у нас більше? Чим, скажу так, чим моложе автори, тим чаще зустрічається український язик. Угу. От, от така тенденція, от цю тенденцію можу чітко сказати. Угу. На самом деле, от, за этим конкурсом последует, ну, следующий этап этого угу. проекта, который, возможно, и мы хотим, чтобы он осуществился, это этап так называемого, ну, образно говоря, тотального диктанта. Угу. Мы хотим, чтобы все эти работы легли в основу, понятное дело, переработанные профессиональными угу. писателями и поэтами, в основу некоего текста, который будет предложено использовать в сентябре месяце, угу. Дню города, как тотальный диктант в школах в каждом классе. Угу. Понятно, там будут разные уровни диктанта для малышей, для среднего, для старшего, для старших школьников, но это будет текст о Николаеве. И понятно, что как бы по правилам диктанта учителя-филологи будут определять грамотность mm-hmm. написания, но наша задача, чтобы дети писали этот текст, и этот текст был про Николаев. Mm-hmm. Вот. И если этот этап осуществится, вот это и будет, в принципе, главной целью mm-hmm. того, что мы сейчас проводим. То есть мы хотим понять, как жители Николаева, ну, не только жители, mm-hmm. пусть там люди живут не в Николаеве даже, как они сегодня видят Николаев, выбрать из этого самое лучшее, чтобы составить вот этот диктант для детей, чтобы все дети сели и в один час, в один день все дети Николаева написали этот диктант. А, до речі, серед конкурсних надіслених робіт немає ще людей, які не з Миколаєва, наприклад, зараз, навіть з інших областей або країн, не надсилали ще? Ні, я, чесно говоря, поки не смотрел всі адреса, да. Ну, поки от Миколаєв, це в основному. А ось мені цікаво, це є відомі письменники Миколаєва, чи більшість робіт невідомих людей, які просто пишуть? Просто миколаївців. Більшість, звісно, просто миколаївці. Ну, є там вже журналісти. Есть реальные журналисты, которые вот говорят: о, а у меня был текст, я не знал, куда его, вот он никуда не идет такой. Короче, у меня тоже текст, я себе думаю, как бы там переробити и надіслати. А еще запитання, думаю, воно характерне и логичне. Конкурс плануєте якось робити щорічним, можливо, і чи буде в ось ці роботи, можливо, опубліковані в якусь збірку? Чи ще якийсь проєкт електронний, можливо, не тільки на сайті музею, а можливо десь якось електронну збірку зробити? То, що вони зберігаються і в якому-то виді залишаться, безусловно. Mm-hmm. Буде ли бумажне, не знаю, надо ли сьогодні взагалі, ну, как бы, делать бумажные экземпляры. Ну, в принципі, эти тексти, кроме своей главной задачи участия в конкурсе и второй задачи лечь в основу, mm-hmm. ну, как бы, единого текста о Николаеве, они, конечно, будут нести и некий общий срез мнения о городе. Я думаю, что там кто-то обязательно в какой-то момент напишет что-то, может быть, не очень как бы доброе, да, не очень светлое, может быть, какие-то там разочарования или какие-то, может быть, mm-hmm. негативные стороны жизни. Очень такое может быть. Может быть, кто-то там с юмором напишет, может, даже с сарказмом. Mm-hmm. Но это все будет некий срез жителей, срез понимания жителей, в каком городе они живут. Поэтому это важно. До речі, знаєте, як ідеї народжуються під час розмови, було б досить цікаво зробити електронний додаток, наприклад, для як хрестоматію про Миколаїв, за Миколаїв, наприклад, додаток для андроїдів там чи інших пристроїв. Було б досить цікаво, я думаю, тому що іноді скачуєш собі там хрестоматії про інші міста. До речі, це є там Київ, Львів. Про Миколаїв цього не вистачає, тому хочеться. Якщо є люди, які займаються розробкою додатків, також телефонуйте нам, контактуйте через Facebook з Юрієм. І я думаю, це буде чудовий проєкт і чудовим продовженням цього проєкту як конкурс. З удовольствием. Це ж, як це називається? Як хочете. Да, така ідея, хороша ідея, можуть рости в абсолютно різні сторони. Друзі, ми продовжуємо розмову. Я нагадую для тих, хто долучився, що у нас в гостях Юрій Любаров. Розмовляємо сьогодні про конкурс з кілька слов за Миколаїв. Пишемо про Миколаїв тільки позитивне. Намагаємося, хоча б, звичайно, в Миколаїв асоціюється по-різному. У багатьох людей дійсно правильно сказав наш гість, що можливо в когось розчарування, і з розчаруваннями пов'язаний саме Миколаїв. Ми дякуємо за цю плідну, думаю, розмову. Сподіваюся,
сподіваюся на те, що зараз виводять наші редактори ще раз електронну адресу, так як ми і обіцяли. Пару слов 2015@gmail.com на цю електронну адресу. Ми сподіваємося, що завітаємо на ваш гала-концерт, на оголошення результатів. Да. Спасибо. Сподіваємося, і вас запросимо відразу після того, як відбудеться гала-концерт. Можливо, і почитати, да, так, да. Може бути, і побідітелі будуть цікаві. Можливо, да. Так, да. Це буде досить таки цікаво. Ми дякуємо ще за розмову.